Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии посетил священник. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России. Иерей предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Но, как нам известно, тот отказался. Ранее сообщалось, что к Сенцову не пустили священнослужителя Апостольской православной церкви. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, она пыталась передать через священника письмо для Сенцова. Я напомню, Олег Сенцов голодает уже более 80 дней, из-за чего его здоровью уже нанесен колоссальный ущерб.